50 тысяч лет назад протеане были единственной расой, путешествовавшей по галактике. Их постигло стремительное вымирание. О них напоминает лишь наследие, оставшееся после исчезновения их империи. Считается, что они построили ретрансляторы и цитадель. Это позволило многим расам изучать галактику и заселять новые планеты. Протеанские руины можно найти в разных частях галактики. Несмотря на то, что сохранились они на удивление хорошо для своего возраста, работоспособные образцы древнейших протеанских технологий встречаются редко. Время и поколение мародеров опустошили их мертвые города и заброшенные станции. Существует мнение, что протеане вмешивались в процесс эволюции более молодых рас. К примеру, на Кадже, родной планете Ханаров, сохранились явные следы того, что когда-то ее населяли протеане. Найденный на Марсе заброшенный наблюдательный пункт протеан стал причиной возрождения среди людей движения интервенционистского эволюционизма. Его приверженцы считают, что мифы о богах древних цивилизаций – это неверно истолкованные визиты пришельцев. Очистив территорию от вражеского присутствия, геты собираются и насаживают тела убитых и раненых на механические шипы. Эти шипы быстро трансформируют жертв в хасков, заменяя воду и микроэлементы в их организмах кибернетическим материалом. Киберматериалы восстанавливают жизненные процессы в организме, превращая жертв в бездумные машины для убийства. Солдаты Альянса называют иногда эти шипы «зубами дракона», ассоциируя их с легендой о мифологических воинах, которые выросли из посаженных в землю зубов дракона, убитого древнегреческим героем Кадмом. Зубы дракона и хаски мало похожи на остальные образцы технологий гетов. Никому не известно, зачем расе синтетических существ нужно выкачивать небольшое количество восстанавливаемых ресурсов из органических тел. Но выгода от использования их в качестве ударной силы вполне очевидна. Геты – раса человекоподобных существ, обладающих ИИ, которые объединены в сеть. Они были созданы 300 лет назад кварианцами и должны были использоваться в качестве солдат и рабочей силы. Когда геты проявили признаки самоэволюционирования, кварианцы попытались уничтожить их. В результате разгорелась война, которую геты выиграли. Это стало причиной систематического притеснения искусственного интеллекта в галактическом обществе. Особенностью гетов является уникальный распределенный разум. Поодиночке они проявляют рудиментарные животные инстинкты, но по мере увеличения их числа и уменьшения расстояния между ними, умственные способности каждого из них заметно возрастают. Находясь в группах, они способны размышлять, анализировать ситуацию и использовать тактику, как любая органическая раса. Геты обитают в дальней части рукава Персея, за пределами находящихся вне закона систем Термина. Между их системой и системами Термина находится туманность Вуаль Персея, состоящая из газа и пыли. Около 1200 лет назад турианцам было предложено присоединиться к Совету Цитадели в качестве галактических миротворцев. Турианцы обладают самым большим флотом в пространстве Цитадели. Он является основой вооруженных сил Совета. По мере расширения своих территорий и сфер влияния, турианцам пришлось положиться на опыт военной разведки саларианцев и дипломатическое искусство Азари. Несмотря на колониальные взгляды по отношению к остальной части галактики, правящая иерархия понимает, что в случае уничтожения двух других рас она потеряет больше, чем приобретет. Турианцы живут в авторитарном обществе, в котором ценится дисциплина и высоко развито чувство личной и коллективной чести. Со времен войны Первого контакта в 2157 году, которую турианцы называют «инцидент с ретранслятором 314», между турианцами и людьми сохранилась давняя неприязнь. Тем не менее, официально расы считаются союзниками, а их дипломатические отношения отмечены вежливостью и прохладой.
боевых скафандрах используется двухуровневая система защиты. Внутренний слой состоит из бронированной ткани, набитой материалом с кинетическими свойствами. Неподвижные места, такие как область груди или голени, усилены пластинами из облегченного абляционного керамического материала. Внешний слой составляют автоматически генерируемые кинетические барьеры. Если элемент питания обладает необходимым зарядом, при приближении объекта, двигающегося с определенной скоростью, барьер будет включен и объект будет отражен. Тяжелые скафандры обеспечивают герметичность, необходимую для нахождения в среде с экстремальной температурой и вредной атмосферой. В стандартную комплектацию входят микрокомпьютер, коммуникационный модуль, навигационная система и несколько датчиков. Микрокомпьютер выводит информацию, получаемую от системы интеллектуального наведения оружия, облегчая тем самым обнаружение и уничтожение врагов. Кинетические барьеры в обиходе просто щиты обеспечивают защиту от большинства видов вооружений, работающих с использованием ускорителя массы. Установленные на космических кораблях или на скафандрах солдат, все они имеют общий принцип работы. Кинетические барьеры представляют собой поля эффекта массы, создаваемые небольшими излучателями. Эти барьеры надежно отражают объекты, двигающиеся на высоких скоростях. Таким образом, обеспечивается защита от пуль и других опасных снарядов. В то же время пользователь может быть уверен, что сможет спокойно сесть на стул и что тот от него не улетит. Кинетический барьер не защищает от экстремальных температур, токсичных материалов и радиации. Кинетические барьеры в обиходе просто щиты обеспечивают защиту от большинства видов вооружений. Системы термина находятся в дальней части оттического траверса за пределами территорий, управляемых Советом Цитадели и занятых Альянсом систем. Они населены немногочисленными расами, которых объединяет нежелание принять власть Совета либо несогласие с конвенциями Цитадели. Их независимость не дается им даром. В системах термина постоянно происходят столкновения. Войны между различными расами вспыхивают по мере того, как сменяются правительства и диктаторские режимы. В регионе процветает незаконная деятельность, в частности пиратство и работорговля. По меньшей мере раз в год флот из систем термина вторгается в оттический траверс. Обычно эти атаки представляют собой небольшие набеги на плохо защищенные колонии. Совет редко отвечает на эти нападения, так как это может спровоцировать обитателей систем термина объединиться против общего врага, что в свою очередь выльется в продолжительную, дорогостоящую войну. Спектры являются агентами организации под названием «Специальный корпус тактической разведки» — «Спектр» и подчиняются исключительно Совету Цитадели. Это элитные оперативники, которым позволено применять любые средства для устранения угрозы миру и стабильности. Они действуют поодиночке или группами по 2-3 человека. Некоторые из них являются тактичными миротворцами, использующими дипломатические навыки для разрешения конфликтов. Другие представляют собой хладнокровных убийц, безжалостно устраняющих проблемные личности. Все они так или иначе выполняют свою работу, зачастую выходя за рамки галактического закона. Организация «Спектр» была основана после того, как в Совет вошли соларианцы. Много лет ее агенты действовали скрытно, являясь тайной силой решения проблем. Их деятельность была обнародована только после восстаний кроганов. Задания «Спектров» не столь масштабны и не требуют военного вмешательства, но обычно они значат, что Совет обеспокоен ситуацией. Цитадель — это древняя космическая станция, предположительно построенная протеанами. С момента исчезновения протеан многим расам довелось назвать Цитадель своим домом. Станция является политической, культурной и финансовой столицей галактического сообщества. Интересы большинства рас представляют посольства, находящиеся в Президиуме, внутреннем круге Цитадели. В
центре Президиума находится башня Цитадели, в которой располагается зал Совета Цитадели. Решения Совета часто оказывают большое влияние на все галактическое сообщество. От Президиума отходят 5 лучей, называемых жилыми секторами. Их внутренняя поверхность представляет собой города, населенные миллионами жителей со всех концов галактики. Цитадель практически невозможно уничтожить. В случае атаки станция складывает лучи, которые образуют непробиваемую оболочку. На протяжении всего периода существования станции поддержанием порядка на ней занимается загадочная раса хранителей. Альянс систем – это независимое наднациональное правительство, представляющее интересы всего человечества. Задача Альянса является управление и защита станций и колоний, находящихся за пределами Солнечной системы. Альянс образовался как необходимая мера в процессе развития различных национальных космических программ. Планеты Солнечной системы были постепенно изучены совместными усилиями различных наций. Расходы на исследование новых систем были слишком велики для одного государства. Человечество понимало, что контакт с внеземными цивилизациями неизбежен. Поэтому было достаточно политических мотивов для создания организации, финансируемой несколькими государствами. Тем не менее, мало кто на Земле воспринимал Альянс всерьез до войны первого контакта. Пока различные государства решали, кто возглавит освободительную кампанию Шанси, флот Альянса нанес решительный удар. По завершении войны действия Альянса были высоко оценены общественностью, что позволило ему сформировать собственный парламент и стать представителем интересов человечества в галактике. Первый контакт людей с внеземной расой состоялся в 2157 году. В те времена Альянс позволял исследовательским кораблям активировать любые найденные ретрансляторы. Расы, входящие в Совет, считают такие действия опасными и безответственными. Когда Турианский патруль обнаружил людей, пытающихся активировать ретранслятор, турианцы атаковали. Единственный уцелевший корабль людей отступил, ища убежище в колонии Шанси. Турианцы последовали за ним, в короткий срок уничтожив местные силы. Шанси была занята турианцами. Она стала первой и единственной планетой людей, захваченной расой пришельцев. Турианцы посчитали группу уничтоженных кораблей основной оборонительной силой людей. Они оказались не готовы к прибытию второго флота под командованием адмирала Кастани Дрешера, который, проведя контрнаступление, уничтожил силы турианцев на Шанси. Турианцы начали готовиться к полномасштабной войне, чем привлекли к себе внимание остальных обитателей галактики. Совет вмешался незамедлительно, объявив перемирие. К счастью для людей, война первого контакта закончилась путем дипломатических переговоров.
капитан. Я рада, что с вами все в порядке, капитан. После того, что случилось с Дженкинсом, экипажу не помешают хорошие новости. Дженкинс был ценным членом экипажа. Отчасти я виню себя в произошедшем. Если бы Дженкинс был жив, меня могло не быть здесь. Для каждого из нас припасена пуля. Его пуля нашла жертву. Не думаю, что все так просто, сэр. Там все было довольно сурово. Вы в порядке? Я не в первый раз вижу гибель друзей. Космопехи с этим сталкиваются. Но когда на твоих глазах гибнет все подразделение, к смертям гражданских тоже сложно привыкнуть. Но все могло быть гораздо хуже, если бы вы не пришли на выручку. Без вас мы бы не справились, Уильямс. Спасибо, капитан. Признаюсь, я немного нервничала из-за назначения на Нормандию. Приятно, когда тебя так хорошо принимают. Я думаю, вы впишетесь в команду, Уильямс. Спасибо, капитан. Да, капитан. Вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после мединститута. На Земле мне всегда казалось скучно. Там слишком безопасно. Я решила, что в колониях меня ждут нескончаемые экзотические приключения. Хотела летать среди звезд, лечить суровых солдат с пронзительным взглядом и чувственной душой. Но жизнь война. Но чтобы продолжить экспансию через Траверс, человечеству нужен Альянс. А Альянсу всегда нужны хорошие медики. Так что я осталась... Не думали, что ошиблись с выбором? Иногда подумываю вернуться на Землю и открыть частную практику, или, может, Но в работе с солдатами есть что-то особенное. Если я уйду с флота, буду думать, будто я их предала. Что вы знаете о капитане? Я с ним иду уже не в первый рейс. Он знает, когда... Экипажу известно, что он прошел многое из того, во что мы можем вляпаться. И что он заботится о людях под его командой. Вы хорошо знакомы с лейтенантом? До этой миссии я с ним не работала. Но у него впечатляющий послужной список. Больше дюжины особых благодарностей. Хотя он довольно замкнут, возможно, из-за головных болей. Нелегко жить с L2. Как это связано? В наше время биотики в основном используют имплантаты L3. Лейтенанту Аленко вживили старую конфигурацию L2. Иногда с ней бывают осложнения. Тяжелые умственные нарушения, безумие, сильная физическая боль. Длинный список побочных эффектов. Кайдену повезло, он лишь страдает от мигреней. Вы хорошо знакомы с... Да, хотя он довольно замкнут, возможно, из-за головных болей. Нелегко жить. Мне нужно идти. До свидания, капитан. Рад, что вы целы, капитан. Капитан,
Не желаете посмотреть что-нибудь из новинок, пока не вышли наружу? Что у вас есть? Да что душе угодно. Броня, оружие, улучшение. Нестандартные модели Альянс, конечно, но товар неплохой. Если, конечно, вы не прочь за него заплатить. Почему я должен платить вам за свое оружие и броню? Мне товар не Альянс поставляет. Приходится закупать самому, причем недешево. Черт, да на одни лицензии сколько уходит. А нет лицензии, нет товара. Нет товара, я банкрот. Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан.
Интересуетесь новинками? Давайте посмотрим. Как скажете, капитан. Интересуетесь новинками? Что за лицензии? Зачем они вам нужны? Производители продают лицензии. Основные у меня уже есть, но если захотите, чтобы я достал вам что-нибудь особое, покупайте лицензии на товар. Лучшие лицензии получить непросто, но если вы их найдете, они окупятся. Что предлагают разные производители? Их слишком много, за всеми не уследишь. Но по каждой лицензии ясно, на что она годна. Часто у вас бывают новинки? Смотря сколько у вас лицензий, но вообще-то я все равно регулярно обновляю ассортимент. А каждый раз, как мы садимся где-нибудь, где есть достаточно большой порт, покупаю, продаю и меняю все, что смогу. Заходите почаще. Мне нужен быстрый оборот, так что на постоянном хранении только самые базовые предметы. Не сейчас. Спасибо. Нет проблем, захаживайте. Жалко Дженкинса, капитан. Когда будете готовы, ступайте к Джокеру. Пусть загонит Нормандию в док.
Я рад, что вы в порядке, капитан. Потеря Дженкинса стала большим ударом для команды. Я рад, что вы в порядке, капитан. Потеря Дженкинса стала большим ударом для команды. Вовремя, капитан. Я как раз собрался заходить на цитадель. Смотрите, на что идут деньги налогоплательщиков. Флагман флота Цитадели. Размер это не главное. Чего так беситесь, Джокер? Просто говорю, огневая мощь важнее. Глядите, какое чудище! Его главная пушка пробьет щиты любого корабля Альянса. Хорошо, что она на нашей стороне. Цитадель главная. Я фрегат Нормандия. Запрашиваю посадку. Ждите разрешения, Нормандия. Посадка разрешена. Можете начинать заход. Переключаю вас на оператора Альянса. Вас понял. Конец связи. Нормандия, это диспетчерская Альянса. Следуйте к доку 422. Это произвол. Совет вмешался бы, если бы геты напали на турианскую колонию. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол. Землян предупреждали об опасностях Траверса. Асарен, мы простим предательство Спектра, я требую вмешательства. Вы не можете ничего требовать от Совета, посол. Служба безопасности Цитадели изучает доказательства вины Сарена. Мы обсудим заключение на слушаниях, не ранее. Капитан Андерсон, вижу, вы привели половину команды. Группа, совершавшая высадку на Иден Прайм. На случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. У меня есть отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны? Абсолютно. Похоже, вы убедили Совет выслушать нас. Их это не обрадовало. Сарен их лучший агент. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Сарен представляет опасность для всех колоний землян. Если они не начнут поиски Сарена, я займусь этим. Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточно, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность принятия вас в спектр. Миссия на Иден Прайм должна была доказать ваши профессиональные способности. Вместо этого каким-то чудовищным образом Найлус был убит, а маяк уничтожен. В этом виноват Сарен, а не он. Тогда нам лучше надеяться, что расследование СБЦ подтвердит ваше обвинение. В противном случае Совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан Андерсон. Я хотел бы кое-что обсудить перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башне Цитадели. Верхний уровень. Допуск я вам обеспечу. В такие моменты я ненавижу политиков.